В экспозиции Национального центра «Россия» представлена картина «Переход». Это работа выпускницы Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. На картине показано современное общество, которое находится в переходе на новое фазовое состояние. Мы видим людей, которые идут по пешеходному переходу. С левой части картины видно, что она выполнена четко, все линии прорисованы, а к правой части уже есть потертости, как в различных изображениях эпохи Возрождения. И это можно соотнести с тем, что люди идут по таймлайну, по линии жизни, переходя слева направо, можно сказать, старее, или уходя в будущее, а будущее зачастую размыто. Так и здесь, подходя к правой части картины, оно размывается, оно неизвестно и непонятно. Дети на картине смотрят еще по сторонам. Некоторых детей ведут за собой и помогают им на правильном пути взрослые, а сами же взрослые идут каждый в своих делах, смотрят под ноги, либо же по тому пути, который у них проторен, по которому они привыкли идти. Взрослые начинают задумываться уже про время, смотрят на часы. Те, кто помладше, находят время провести в гаджетах. Если мы посмотрим на центральную фигуру, то здесь мы увидим некий образ, похожий на образ Богоматери. И здесь как раз голубой цвет, который часто соотносит с образом Богоматери. На руках она держит маленького ребенка с неестественно взрослым лицом. Это говорит нам о том, что в современном обществе зачастую приходится взрослеть намного быстрее, нежели это было раньше. И вся эта картина еще и выступает перемешением, смешиванием различных мнений, различных видений, потому что на картине люди идут как в одну сторону, так и в противоположном направлении тоже двигаются люди. Возможно, это какие-то пророки, возможно, это те люди, которые двигаются не в общем потоке, переходя слева направо, а идут навстречу течению и имеют какое-то свое мнение. На заднем плане мы видим различные застройки, которые однотипные, это типовое жилье, возможно, нам и указывает на то, что люди теряют свою идентичность. Это произведение перекликается с еще одним произведением, которое представлено на нашей выставке «Наследие для будущего». В Тензенской академии художеств представили такое видение пешеходного перехода и людей на нем. И здесь мы видим, что многие люди идут и закрываются зонтом, но закрываются они не от дождя. Мы не видим здесь капель, но зато мы видим, что маленькая девочка прикрывает лоб от солнца. Она закрывается от палящих лучей, которые появляются перед закатом. И многие взрослые перестают ценить эти прекрасные, насыщенные светом облака. Они перестают ценить теплый солнечный свет. Они закрылись от него и подняли зонт только к передней части, чтобы видеть ту дорогу, по которой они идут, тот путь, который у них назначен. А девочка же, как маленький ребенок, открыта всему миру, и она смотрит по сторонам, она смотрит на солнышко, любуется и чувствует, насколько же прекрасное это чувство нахождения под солнцем.